Аллилуйя. После сих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, Отец, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя, прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не обо всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал. Которых дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины.
да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Воскресение Твое, Христе, спасе. Ангелы поют на небесах, и нас на земле сподоби. Чистым сердцем Тебе славу. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Чистым сердцем Тебе славу. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя. И эти познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. В этой молитве первосвященнической Господь молится об учениках Своих, о нас с вами, о верующих, о единстве в Нем, в Боге, нашем единстве. И великая истина в том, что единство верующих, оно в истине. Единство в истине, единство в Боге, единство в любви нашего Небесного Отца. Благословен Господь, возлюбивший мир, во Христе примиривший собою всех нас. Благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.